Перевел и озвучил Таракан специально для Separate Gamer. Сегодня у нас очень особенный гость. Что ж, представьтесь. Эй, я Джеймс Ролф, я просто психопат, который снял более 160 фильмов. И большинство из них было снято на моем заднем дворе. Если бы ваша жизнь была видеоигрой, то о чем она была бы? Кто был бы боссом на первом уровне, а кто был бы боссом на последнем уровне? Игра была бы о гигантском воздушном шаре, который доставит игрока на гору. Потом ты высаживаешься на этой горе, не на вершине, а где-то в середине, то есть игра начинается с середины. Можно будет спуститься вниз, на уже открытую территорию, или же подняться наверх, чтобы узнать, что там такого на вершине. А кто был бы первым боссом? Боссом на первом уровне была бы горилла-робот с трусами на голове и курицей на спине, которая плевалась бы морскими ежами. Что? Почему? Я не знаю. А кто был бы финальным боссом? Боссом на последнем уровне была бы гигантская могильная плита с электрической башней на верхушке, часами, идущими вспять, огромными клешнями. По комнате прыгали бы лягушки, плюющиеся ракетами, из пола бы вылазили колья, с потолка падали бы бомбы, и повсюду были бы лазеры. О боже мой, как я обожаю лазеры! Вау! И как это пройти? Да вам был бы просто пиздец! То есть в вашей игре финального босса победить нельзя? Нет, ну... Если только ты не бог. Звучит... кошмарно. Мне снились кошмары про ИТ. Он снился вам в кошмарах? Да, он страшный. Почему это? У него такая длинная шея и уродливое лицо. И когда я был маленьким, я спал на втором этаже, и в моих снах ИТ стоял на улице, прямо на земле. Но его шея вытягивалась прямиком до моего окна, и он смотрел на меня, пока я спал. Я прятался под одеялом, но его шея удлинялась, и он был в моей комнате. И когда я выглядывал из-под одеяла, он пялился прямо на меня. И говорил такой: «ИТ, я убью тебя».